Средства клиентов криптовалютной биржи FTX в размере от 1 до 2 миллиардов долларов исчезли с платформы. По данным Reuters, ранее основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид втайне перевел 10 миллиардов долларов из денег клиентов с биржи на счета своей торговой компании Alameda Research. Однако вскоре значительная часть активов исчезла, а клиенты начали выводить свои средства. После произошедшего FTX было заявление о банкротстве, а также пыталась слиться с крупнейшей криптовалютной биржей мира Binance, но сделка не состоялась. Данная ситуация положила конец головокружительному взлету Бэнкмана-Фрида. В 30 лет он зарегистрировал криптобиржу на Багамских островах и вывел ее в число крупнейших торговых площадок. С 2019 года сколотив состояние в 17 миллиардов долларов. Стоимость FTX в январе оценивалась в 32 миллиарда долларов. Поэтому новости о кризисе ее ликвидности взбудоражили инвесторов.